Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем играть в Фолы Чан. Круто я придумал, да? Как Фолы Чан. Что, нет разве? Ну ладно. Я не знаю, где находится эта Элли, о чем она думает. Она тормозит выполнение моего квеста. Не знаю, может надо наверх уехать? Нет, нет, показывает вниз. Что делать? Куда идти? А может быть, мы наверх уедем, и там все нормально будет? Не знаю, не знаю. Что-то я сомневаюсь в этом. Кто? Хорошо. Но это место, я так понял, у нас вообще не вызывает никаких. Не интересует нас совсем это место вообще. Нет доступа. Что это за место, куда у меня нет доступа, интересно. А, гляньте-ка, что-то здесь у нас. Даже так. Блин. Эх, ладно, мы построим свой предмет с блэкджеком и шлюхами. Вперед! Провален самый первый квест. Нифига ты вооружилась. Тут в курсе, что тут нет радиации? Что это? А мы на крыше, да? Ха, мы реально на крыше. А я там внизу что-то возился, тебя ждал. Все казалось, все делать так просто. Блин, извини, брат. Ой, ой, что так плохо-то? В общем, я отправил его в полет. И его легендарный шмот вместе с ним, в принципе. Максен? Так черт этого Максена, он такой молодой был. Я уж сам хотел возглавить брат свое вместо него. Нахрен там. Гиптры. За честь и славу. Ты погиб. Ты погиб за них. А я сражаюсь за будущее. Мне такой вариант больше нравится. Так. О! То, что надо. И удостоверение какое-то. Как по мне, лучше сражаться за будущее, чем умереть за честь и славу. Don't tell me to calm down, Carl. When we started designing the beryllium agitator, you said it would be for the benefit of mankind. Instead, I find out that you have been planning on turning it over to the military all along. You lied to me. Sure. Don't give me that high and mighty attitude. Have you picked up a newspaper lately? There's a war going on out there, Doctor. And if our side's going to win, it needs all the help it can get. I can't believe what I'm hearing. Since when did science start taking sides? What did they promise you, Carl? Money? Political favors? A goddamn medal? That's enough. Like it or not, when the testing cycle is completed, I'm crating up the agitator and sending it off to Washington. Now, you have two choices. Either you can get back to work, or you can get the hell out of my building. Так, пароль руководителя. Все, пароль у нас есть. Ага. И те же самые
сообщение, что мы читали в других терминалах. Не понял. Я сюда должен что-то загрузить, да? Ну, там написано, что он в Вашингтон направлен, нет? Нет, это мы услышали. Ну и где я тут должен его найти? Так. Так. Получается, нам нужно спускаться вниз, да? И ехать на том самом лифте, о котором я думал с самого начала, верно? А, вот этим лифтом. Я же все-таки нашел какую-то ключ-карту. Так, и куда мы спускаемся? О, красота-то какая, а? Неудивительно, что рядом с этим местом FPS проседает. Сделать такое, это просто жесть. Так, и это получается у нас финальная битва, да? Либо бы с братством стали, либо с институтом. Блин, долго на лифте будем ехать, судя по всему. Так, там сверху еще один. Мы его так и быть пропустим. Что-то мне кажется, что иногда криты все-таки пролетают. То, что иногда такой урон нанес, иногда другой. Блин, немного же осталось. Вы чё? Где звук? Или его и не должно быть? Чё, типа такой крутой, да? Не, чё-то это даже смешно. Позвольте. Чего? Почему? Иногда настройки все-таки сбрасываются. Это имеет место быть. Я-то думаю, что-то больно легко. Ой, Элли, извини. Не хотел. Честное слово. Терминал разработки продукции. Ну что мы там за продукцию разрабатывали? А, не могу, да? Пока в меня стреляют. Хорошо. Сейчас разберемся. Ты чё такой наглый, а? А, ты выжил! Ты выжил. Или скорее даже выжила. Давай проверим. Да, выжила. Возьмем. Все части это B2. B2 нас не интересует. У нас уже почти все детали модели E. То круче. Опа. Нет, туда нам не надо. Или надо? Нам же как вниз. Я-то могу спрыгнуть, мне пофиг. А, нет. Или не могу. Чё у нас тут? Ключик. Ну, не знаю. Круто. Видала, да, женщина, как я взламываю? Так. Тут у нас, скорее всего, ничего. Можем оружие свое улучшить. Или броню подлатать.
Все, едем дальше, да? Упс, извини. Но ты, я думаю, нагонишь. А мы тут были, да, уже, считай? Да. Но мы, скорее всего, ниже поедем, в подвал. А, нет, там лифт. Стрелки. Они, рыцарь. Рыцарь братства. Ну, я думаю, тебе не сдобровать сегодня. Ну давай. Бобрик. Чё у тебя тут? А-а-а. Ну нет, у нас охотничий карабин покруче. Он игнорирует 30% брони. А это круто. Что-то вы какие-то мощные пошли. Уровень 32, замечательно. Не понял, я же забирал колу. Что за нафиг? Или же локации отличаются теперь друг от друга? Такое бывает. Элли! Гляньте-ка, даже протектроны восстановились. Кого черта? Похоже, это реально две разные локации, которые мы зачищали сегодня. Ой, то есть вчера. И в которой мы находимся сейчас. А вот и Элли. Прикольный у нее костюмчик такой. А вот сама она ведет себя неприкольно. Видали, даже уровень освещения поменялся. Да и сейчас, я думаю, он неплохо работает. Надо его только запустить. Телефона. Ха, что у нас тут? Этот. Got it. А. Я надеюсь, он будет за меня. И дверь я закрыл. Или открыл. Блин, он против меня. Они против меня. Ну кто знал? Ой, иди ты к черту. Он же еще взорвется сейчас. Зашибись, и ногу мне повредил. Мудак. Да, вот это, конечно, жесть. Все. Опасность миновала. Блин. Плохо, конечно, вышло. Но были бы тут враги, скорее всего, на них бы напали они в первую очередь. Так, а дверь я зачем-то закрыл, да? И открыть ее теперь никак. А, не, можно. Все ж таки можно. Мать честная. Я так полагаю, там офигенский уровень радиации. Так, нужно закинуться радиксом
Если у меня, конечно же, такое имеется. Конечно, имеется. Now cycling airlock. Please wait. Initiating decontamination sequence. Я их просто время от времени сбрасываю. По мере накопления, потому что весят они очень много. Ну как, немного? Так. Уровень здоровья потихонечку падает. Торопимся, наверное. Да, вода там снизу, да? В качестве охлаждения. А, кнопка. Оп. Неплохо. Мы пошли за этим. Еще больше радиации, да? Уходим, уходим. Ждем, ждем, ждем. Ну, новый уровень, кстати. Не помешало бы. Все, задание выполнено. Вот эта хрень опасная. Знал бы, прихватил что посерьезнее. Так, а если у меня стволы покруче? Должны быть. Да, собственно, не то чтобы. Не знаю, бластер чужих, конечно, может быть. Слушай, махина все-таки опасная. Не понял. Так быстро? Да ладно. Нужно было лучше за своим здоровьем следить. Сейчас он выйдет, говнюк. Нужно быть готовым. Один слился я вижу. От старости. Ему вообще пофиг. Так, сейчас он взорвется, да? О, мудак, а? Кстати, зря я. Зря я все-таки поменял на бластер чужих, потому что, смотрите, 38. А роботам наносит в 2 раза больше урона. А нет. Не в 2, а на 50% больше. Ну да, наверное, все-таки бластер чужих побольше урона будет наносить. Не понял, кто там еще? Кто вот стреляешь? Теперь-то точно все. Теперь нужно убираться отсюда, да? Туалет? Не, мы, наверное, куда-то не туда идем.
куда нам нужно. Что-то я, малёха, заблудился. Где тут? Куда-то наверх. А, все просто. Блин, а турели эти опасные. Ну нифига он. Готов. Так, ты же не взорвешься. Ты всего лишь протектрон. Все. Покинуть Must Fusion. Ну что ж, это было несколько проще, чем я ожидал. Опа. Хорошо. Ну-ка, сколько вас тут? Давайте мы им поможем, в принципе. Хотя к черту. Нас ждет Шон. У нас есть дела поважнее. Что у нас тут? Тоже братство? Сина что-то нашел. Да мне пофиг. Рейдеры, да? Искусство? Жопу это искусство. Хотя в прошлый раз под таким именем был Синт сбежавший. А сбежавшие Синты это плохо. Мы не попадем с такого расстояния. А он в тумане скрылся. И попасть мы в него не сможем. Ладно, в жопу вас всех. У вас всех опасность. Пошел ты. Что там за тварь? Коготь смерти? Лохматый йогай. Какого черта ты здесь делаешь? 55 уровень, что ли? А нет, 36, казалось. Так быстро слился. Турель какая-то. Кто здесь? Кто заправляет этой турелью? Не понял. Рейдеры? Да ладно. Извините, ребят, у меня нет на вас времени. Болотник еще. Ой, я начал понимать, где я. Тут до института-то недалеко. Блин, они не тупые, они прячут свой этот, свои мягкие ткани. Блин, какого черта? Все. Ну что, теперь-то враги закончились? Так, Шон, ты где? Реакторная зона, что ли? Отдел высших систем, даже так. Так, у нас там перегруз не сильный. Не сильный, так что можем и слезть с брони. А, так мы тут были. Ну что, доктор Филмор? I think that was enough excitement for well, ever. Thank you, really. Couldn't have managed it without you. Естественно. The agitator gets where it needs to go. I understand father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. Разумеется.
Ну что ж, это было довольно сложное задание, но мы с ним справились на ура просто. Блин, красиво здесь. Но масштабы все-таки не впечатляют. По первому впечатлению, это место мне казалось огромным. Сейчас, в принципе, оно, мне кажется, довольно маленьким. Я уже вдоль и поперек его знаю. Что такое? Что вы тут говорили? You wanted to see me? I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. It would have been much quicker if they hadn't gotten in the way. Yes, they are becoming a nuisance. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given the... Не понял, какой-то диалог, что ли? Future conflict with them. Пропустился? We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue for the future. And we must focus on the present. Это точно. Rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Do you need more parts for the reactor? I could have gotten them while I was out. No, this is a different matter. Hopefully one that does not put anyone at risk. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. If I've done something to jeopardize the Institute, I'll fix it. You have my word. I have no doubt that you will. But it's nothing quite so dire. While you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation, but it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Нет, я понимаю, Братство Стали, да? Подземка, у них все ж таки свои цели, какие-то корыстные, да? А Минитмены хорошие ребята, они просто хотят всем помогать. Просто произошло, так сказать, недопонимание в этой ситуации. This really is a matter of importance. Я понимаю. I don't know if I can settle this peacefully. There may not be an easy solution to this. They are your people, are they not? They follow you? Then they should listen to you. Это само собой. Reason, well, I'm afraid that may put you in a difficult position, but please hurry before the situation deteriorates. Ладно. Сегодня игра что-то работает не так, как надо. Даже в институте 45 FPS. Интересно, почему? Ладно. Давайте на этой ноте мы с вами на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. Всем удачи, всем пока!